Жертва женщина 25-30 лет. На теле следы от 5 колющих ударов. Нож? Не факт. Видите эти гематомы вокруг порезов? Они говорят о том, что орудие убийства было тупым. Когда ее убили? Часа в 2 ночи, не позже. К себе нет ни документов, ни кошелька, ни мобильного. В общем, придется потратить кучу времени для идентификации. Видели ее грудь? Размер 5, не меньше. Стас. Постой-ка. Что у вас с ногой? В порядке. Отлежал. Жить буду. Ее личность мы установим на раз. Что там? Шрамы от установки грудных имплантов. Свежие. Недавно делала себе операцию по увеличению груди. Отлично, это почти как паспорт. Грудные импланты были вставлены около 2 недель назад. Я уже передал серийный номер Щеглову. Что насчет ран? Ранение. Колющие, проникающие, пробит правый желудочек сердца, что и стало причиной смерти. Форма раневых каналов. Щелевидная, глубиной от 8 до 12 сантиметров. И это все? Ну вот, я еще обнаружил под ногтем частички кожного эпителия. Возможно, это эпителий убийцы. Уже что-то? Слепки раневых каналов будем делать? Разумеется, но сначала я исследую раны. О результатах доложите. Совершеннолетняя. Ей 17 лет, учится в выпускном классе школы. Да, этот гад учил меня морали. Одно другому не мешает. Отличная работа. Обращайся. Нож или не нож? Ну, если даже нож, то очень негодный. Достаточно годный для того, чтобы убить человека. Ну, с этим трудно поспорить. Операция проводилась в вашей клинике, и мне нужно знать имя пациентки. Хорошо, сейчас посмотрю. Так, имя пациентки Юлия Петровна Амельченко. Операцию проводил доктор Богомолов Олег Сергеевич. Вы можете распечатать ее контактные данные? Да, могу. Спасибо. Пожалуйста. Доктор Богомолов сейчас здесь? Он собирался уходить и будет только в понедельник. У него отпуск? Ну, почти. Олег Сергеевич сейчас строит дом. Он просто пытается сам все контролировать, весь на нервах. Позвоните ему, пусть спустится. Хорошо. Олег Сергеевич, вас просят спуститься к ресепшену. Олег Сергеевич, это к вам следователь. Здравствуйте, Олег Сергеевич. Здравствуйте. Следователь Ковальская Богдана Анатольевна. Я вас слушаю. Хочу поговорить с вами о Юлии Петровне Амельченко. А в чем дело? Она мертва.
Слушаю. Здравствуйте, это Ида Александровна. Я понял, у меня сохранен ваш номер. Давайте угадаю, вы наверняка придумали что-то хлесткое. Ну, ведьма. Например. Я права? Не угадали. Ну, это не страшно. Андрей Сергеевич, вы придете сегодня на сеанс? Конечно, если найду время. Я хочу вам напомнить, что если вы не придете на сеанс в течение 2 дней, то... То вы превратите меня в жабу. Помню. И, пожалуйста, найдите возможность, позвоните заранее, чтобы уточнить время встречи. У меня плотный график. Да, прошу вас, не забудьте о своем задании. Будьте предельно вежливы с коллегами. Все непременно. Буду говорить им одни комплименты. Ну да, я надеюсь, не такие, как мне. До встречи. Всего хорошего. Не выспались сегодня? С чего вы взяли? У вас века подергивается. Это, ну, у меня акемия бывает не только от бессонницы. Но да, я не выспался. Поздно лег. А с утра соседи дрель включили. Ну, знаете, как это бывает. Да. Так получилось, что, да, Юлия была моей постоянной клиенткой. Сначала губы, потом скулы, затем грудь. Знаете, есть такой тип женщин. Они постоянно недовольны собой. И переубедить их очень сложно. А вы пытались? Юля, да поймите вы. Вы очень красивая девушка. С грудью у вас все в порядке. Я знаю, как я выгляжу, доктор. Я старею. Эти морщины по утрам, синяки под глазами. Мне иногда просто невыносимо смотреть на себя в зеркало. Вам 30 еще нет. Раньше я все время ловила на себя взгляды мужчин. А сейчас они смотрят на 20-летних. Вы знаете, я думаю, что вашу проблему можно решить по-другому. Есть очень хорошие антидепрессанты. Послушайте, доктор. Я знаю, чего я хочу. И я готова за это платить. Сделайте, пожалуйста, свою работу. Я думаю, у женщин под 30 возникает что-то вроде психоза. 30 лет. Все, конец света. Дверью зажал. Извините. Простите, но мне пора. Да, конечно. Было приятно познакомиться. До свидания. До свидания. День добрый, Костя. А это ты? Ты что, преследуешь меня, что ли? Есть разговор, очень важный, не только для меня. Мне некогда. Секундочку. Тогда посмотри это на досуге. Тебе будет интересно. Ты что, паскудник? Ты шантажировать меня вздумал? Я бы на твоем месте поостерегся меня оскорблять. Костя, ты брат моей супруги. Я не хотел бы быть тебе врагом. Но если придется... Чего ты хочешь? Я хочу занять должность зампрокурора города, которую ты мне обещал. А ты отчаянный, Горюш. Не ожидал. Обстоятельства вынуждают, Костя. Я сам люблю дерзкую игру, но хочу тебя предупредить. Не всякий, кто идет ва-банк, выигрывает. А я готов пойти до конца.
Хорошо. Должность твоя. Считай, что этих фотографий уже нет. Видишь вон того мужика? Да, Константин Львович. Шантажирует меня. На самоубийцу вроде не похож. Ты поаккуратнее, все-таки пока еще муж моей сестры. Мы были в офисе, где работала Юлия Мельченко. Вот ее фотография. Сняли со стенда. Красивая. Да, эффектная. Коллеги характеризуют ее положительно. В конфликты не вступала, романа не крутила. После работы сразу домой. Что это? Истуканы острова Пасхи в миниатюре? Почти. Слепок раневой щели Юлия Мельченко. Судя по форме раны, орудие убийства было зазубрено. Похоже на кусок рессоры. Я знал одного типа, он из рессора отличные ножи делал. В таком случае на роль орудия убийства годится весь шредерный лом. Андрей Сергеевич, я давала Ройзману окурок, сигареты на анализ ДНК. Результат есть? Скоро будут. Он как раз сейчас над этим работает. Хорошо, я к матери Юлии Мельченко согласилась поговорить. Что-то узнаете, звоните. Юля была моей приемной дочерью. Я удочерила ее, когда она была в 6 классе. В последнее время мы довольно редко с ней виделись. У нее были враги? Кто-нибудь мог желать ей смерти? Я не знаю. Юля была красивой, своенравной девушкой. Мужчины в нее влюблялись, она крутила им головы, а потом бросала их. Молодой человек у нее был? Я не знаю. Знаю только, что мужчин не было много. Она любила вот проверять их любовь, мучить их. Я думаю, что это повышало ее самооценку. Ее пластический хирург говорил, что она комплексовала по поводу возраста. Да, сильно. Лет с 25 она постоянно говорила, что ей скоро 30. И что нужно успеть пожить на полную катушку. Знаете, вы спрашивали про врагов. Может быть, это как-то связано с судебным разбирательством? С каким судебным разбирательством? Юля хотела подать в суд на своего доктора. Господи, как же его? Богомолов. В суд из-за чего? У нее были проблемы после операции. Что-то с грудью. Господи! Ну, короче говоря, Татьяна Николаевна, в этом платье. Здравствуйте. Привет, красавица. Здравствуйте. Здравствуйте. Как хорошо, что я вас застал. А Богдан на работе. Да-да-да, я знаю, я знаю. Я приехал к вам. Мы можем поговорить? Можем. Давайте присядем. Бабушка, можно я с Катей погуляю? Да. Катя, привет! Привет, Яна. Это Яня. Что это? Ваша внучка ходит на танцы и любит это делать, поэтому я взял на себя смелость и купил ей абонемент на 10 занятий у известного зарубежного хореографа. Ну, это же очень дорого. Послушайте, и она тоже мне дорога. А это вам. Я знаю, что у вас через неделю день рождения. Пусть это будет мой вам подарок. Вы знаете, что у меня день рождения? Богдана говорила недавно, я вот и запомнил. Я просто слышал, что вы недовольны своим стоматологом, а эта стоматологическая клиника считается лучшей в городе, и вы целый год сможете пользоваться ее услугами. Это
Это очень большие деньги. С чего бы это? Потому что мы уже практически семья. Я ушел от жены. И хочу быть с Богданой. Ладно. Мне пора, у меня заседание. А вы передавайте Богдане привет. Яночка, пока. До свидания. Доктора Богомолова перехватили в аэропорту. Собирался лететь в Загреб. Как он это объяснил? Сказал, что по личным делам. Когда купил билет? А вот в аэропорту и купил. Через 2 часа рейса. Мы вовремя не спохватились, его в стране уже не было. Экспресс-анализ ДНК с окуркой сигареты. Эпителий под ногтями убитой Юлии Мельченко принадлежит доктору Богомолову. Сколько Мельченко хотела у него отсудить? По словам матери, рассчитывала 1015. Мотив налицо? Вы что, убили бы за 15 тысяч долларов? У него кредиты в банке. Строит дом, не говорите, что 15 тысяч для него не деньги. Да, но убитый при себе не было ни кошелька, ни мобильника. Возможно, убийца их забрал. Но вот этот товарищ на грабителя-то не похож. Возможно, он хотел инсценировать ограбление. И золотые сережки не взял. Если это грабитель, почему он не взял золотые сережки? Не знаю. Возможно, его кто-то спугнул. Так что произошло у вас, Юлия Мельченко? Она собиралась подать на меня в суд. Из-за неудачной операции. Но я врач, не волшебник. Любая операция – это риск. Когда вы видели ее в последний раз? Пару дней назад. Ну, Юля, это можно исправить. Повторная операция обойдется вам в 6 тысяч долларов. Что? Вы изуродовали мне грудь. А теперь предлагаете заплатить за исправление вашей ошибки? Ну, для начала давайте успокоимся. Успокоимся? Да у меня жуткие боли. Я теперь не то, что раздеться перед мужчиной. Я белье носить не могу. Моя грудь теперь разного размера. Ну, есть мужчины, которым это нравится. Ах ты мерзавец! Тихо, 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 успокойся. Отпусти! Истеричка. Не знаешь, с кем связался. Я тебя засужу. Попробуй. Потом она ушла. И спустя 2 дня явились вы. Андрей Сергеевич, я хочу вам напомнить, что от того, насколько правдивы будут ваши ответы, зависит ваша дальнейшая работа в органах МВД. Вам не нравятся мои ответы? Ну, а вам самому нравится? Что вы хотите услышать? Любил ли я свою сестру и насколько сильно я ее любил? Да. Она была моей сестрой, и, конечно, я ее любил. И теперь вы жаждете мести? Что? Но вы хотите отомстить за сестру. Послушайте, я вам здесь вообще нужен? Может, вы сами будете задавать вопросы, сами на них отвечать? Вы жаждете мести или нет? Я жажду поскорее закончить этот разговор. А мы еще не закончили. Я закончу. Андрей Сергеевич! Богдан, ну давай я тебя тогда... провожу, если ты, конечно, не возражаешь. Не возражаю. Я слышал про убийство девушки. Подозреваемый есть? Игорь, если ты хочешь о чем-то поговорить, переходи сразу к сути. Богдан, ты же знаешь, я не идеальный человек. Бываю нечестен, даже сам собой. Порой я даже сам не знаю, чего я хочу. Но сегодня я уверен в одном. Я тебя люблю и хочу быть с тобой. Как же Алла? Ее больше нет в моей жизни. Я подал на развод. Значит, все? Окончательно, бесповоротно. Может, проведем сегодня вечер вместе? Я устала и только что с выезда, и мне...
Мне нужно время. Я был уверен, что тебя это порадует. Я рада, правда рада. Просто все так внезапно. Да, ну ладно. Ладно, понимаю, что ошеломил. Ну, тогда до завтра, да? Да. Хорошо. Еще чуть-чуть поиграю. На компьютере? Угу. Только недолго, ладно? Спасибо, мамочка. Ты у меня просто чудо. Ну да. Между прочим, уже 11 часов. Ребенку давно-давно спать пора. 15 минут ничего не решит. Конечно, конечно. Ты во всем потакаешь. А я потом мучаюсь. Мам, у тебя сегодня плохое настроение? Нет, у меня хорошее настроение. Мне просто жалко видеть, что ты делаешь со своей жизнью. С моей жизнью все в порядке. Да, в порядке. А что, Игорь, и в самом деле ушел от жены? Откуда ты знаешь? Неважно, откуда я знаю. Просто ты ждала этого целый год. А радости в твоем голосе я не слышу. Все сложно. Да что там сложно? Что там сложного? Он, наконец, свободен. Свободен. Ты сама. Ты абсолютно все сама усложняешь. Мам. Мне жаль его жену. Жаль его жену. А себя? А себя тебе не жаль? Тебе, между прочим, уже, милая, не 30 лет. Спасибо, что напомнила. Богдана, Богдана, подожди. Ну, послушай меня. Он поступил как настоящий мужик. Разошелся с женой. Сжег мосты. А теперь ты стоишь с постным лицом и пожимаешь плечами. Но вы должны быть вместе. Я сама решу. Похоже на кусок рессора. Я знал одного типа, он из рессора отличные ножи делает. В таком случае на роль орудия убийства годится весь шредерный лом. В километре от того оврага, где мы нашли Юлия Мельченко, есть большая свалка. На ней полно металлического лома. Надо было съездить, посмотреть, что к чему. Мало ли найдется обломок вот такой металлической пластины, которой можно нанести 6 проникающих ранений. Димон, Виталий, езжайте туда, осмотритесь. Да, Димон, я знал, конечно, что нас с тобой отправят на свалку, но не думал, что так скоро. Поехали, трепло. Что ли? Привет. А вы кто такие будете? Полиция штата. Чего? Уголовный розыск. А ты, значит, шериф местный, да? Я сторож. Ахапкин. Ахапкин Валентин. Слышь ты, Валентин, ты тут случайно никого подозрительного не видел? Ну, смотря кого считать подозрительным. Тут много сброду шляется. Поделили свалку на участки, роются, собирают, потом сдают. А ты, значит, с этого в свой процент имеешь, правильно? А ты докажи! Ух ты! Опа! Часы швейцарские, стекло сапфировое. Ну и чего? А то балда, что часы эти женские. Сравни фото со стенда. Попал ты, Ахапкин.
Слышь, ты сторож. Ну быстро говори, где часы взял. Нигде! Стоять! Стоять! О, дурак! Я не убивал. Я его враги нашел. Взял часы, кошелек. Бес попутал. Фотографию со стенда. А ну? Попался. Когда его можно допросить? Завтра утром. Хапкина прооперировали, но жить будет. Я, кстати, могу отвезти улики в лабораторию, если надо. Сейчас, подожди. Да. Здорово, ты что, один? Один, как видишь. Олеся где? Ее Макаров отпустил еще до выезда на улики. А. Так а чего ее телефон здесь? Никуда я знаю. Забыла, наверное. Ладно, я вам улики привез, держи, принимай. Спасибо. Слушай, может, я ей телефон отвезу? На, отвези. Та-та-та-там, напиток королей, держи. Что это? Это коньяк 30-летней выдержки. Ого. Решил распить его с другом. А собственно, по какому поводу? Просто так получилось, что у меня сегодня день рождения. Черт. Ну вот, не страшно. Прости. Перестань, я забыл. Я сам только час назад об этом вспомнил. Поздравляю. Спасибо. А откуда спасибо. Такая роскошь? А это заказчик на радостях подарил. Я доказал, что это не он, отец той мелодионы, которую родила его бывшая любовница. Вот. Я надеюсь, ты ему не соврал. Иначе ему придется отдавать бутылку. Перестань. Слушай, а у тебя еда какая-то в холодильнике есть вообще? Да, какая-то есть, но за степень съедобности я не ручаюсь. Понял, не страшно. Что-нибудь придумай. Так. Прошу. Тебя же сегодня день рождения. Да и правда, забыл. Сейчас в магазин сбегаю. Какой магазин? Мы все приготовили уже. Ира, Витька, что бы я без вас сделал? Держи. Загадывай желание.
Ты что делаешь? Салат. Нужна же нам какая-то закуска. Неплохо. Ирон, любимый. С днем рождения. Спасибо. Хочу выпить за то, что сегодня ты осчастливил мир своим появлением. Прости. Я ведь вчера вечером тоже, считай, заново родился. Меня чуть не убили. Подожди, как убили? Кто? Наверное, тот, кто хотел моей смерти. Знаешь, как-то фамилию я не успел спросить. Машина так быстро уехала, что с разбитой коленкой трудно было догнать. Но, вероятно, это связано как-то с одним из твоих дел. Вероятно. Или просто ему не понравилось. Хорошо, подожди, давай серьезнее. Ты ведь наверняка кого-то подозреваешь, так? Я думаю, что это связано с делом Мира. Слышал про следователя Логинова. Смотря что. Да то, что он умер. Пролетел вниз несколько пролетов. И разбился насмерть. И я не верю, что это был несчастный случай. Андрей, ты понимаешь, что это серьезное дело? Ты отдаешь себе отчет? Ну а что с этим великаном? С волчьей мордой. Просмотрел все базы данных там этих двухметровых грабителей. Сотни. У каждого морда кирпича просит. Я даже не знаю, с кого начать. Да. 2 метра ростом. В квартире люстра низко висит. Куда? Ты... Подожди! Подожди, я с тобой! Подожди! Да. Низкая. Вот такой ростом 1,90 м. Это проблематично пройти. Ты чего? Иру вспомнил. Она была уверена, что рано или поздно поможет мне избавиться от моей палки. Да, она говорила. Я дорожил нашей дружбой. И теперь мне не очень не хватает. Давай искать улики. Поможешь мне? Есть. Дай пинцет и пакет. Сейчас. Пинцет. Thank you.
Дима. Ты бы сначала спрашивала, кто, а потом уже двери открывала. Твой? Я же и на работе забыла. Спасибо, я думала, в метро потеряла. Я просто улики к вам в лабораторию заносил. Вижу, твой телефон лежит, тебя нету. Решил вот завести. А то вдруг сам Макаров звонит, а ты не на связи. Да уж. Наслушалась бы тогда. Ты точно. Есть? А кто там так поздно? А я, видимо, не вовремя. Давай до завтра на работе увидимся. Дим! Дим, подожди! Слушай, а чего им надо было? Телефон мне привез. Чем я сюда приперся, как идиот? Да, Игорь. Привет. Ну как ты? Обдумала мою новость? По-моему, я дал тебе много времени. Не совсем. Я до сих пор немного в растерянности. Ничего. Привыкай к мысли, что теперь я твой целиком и полностью. Кстати, у меня для тебя есть еще одна новость. Какая? Я сегодня снял квартиру и хочу, чтобы вы с Яной переехали ко мне жить. Богдаш, ты меня слышишь? Игорь, я тебе позже перезвоню, ладно? Ладно. Ну что, прыгун, говорят, ты оклемался? Да вроде того. Козел ты горный, я за тебя кроссовки порвал. Ну, извиняюсь я. Говорить будем? И, может, в окошко выпрыгнешь? Да чего ж там. Давайте поговорим, я же не против. Не против? Нет. Так бы сразу, здоровее был бы. Давай, рассказывай. Чего? Как на тебе оказались часы убитой девушки? Да я тогда к трассе шел. До города хотел добраться. Ну, услышал голос. Пошел на голос. Вышел к оврагу. Ночь была лунная, видно, как днем. И что ты там увидел? Ну, там во враге девушка лежит, а над ней парень сидит. А точнее, стоит на коленях. И то ли по карманам рыщет, то ли молится. То наклонится, то откинется от нее. Потом что? А потом он из оврага вылез и убежал. Почему? Тебя испугался? Да нет, не видел он меня. А ты его видел? Ну, не так, чтобы ночь была же, хоть и лунная. Ну, а дальше что было? Ну, дальше я спустился во враг, потрусил девчонку легонько, а... Ну, мертвая она, не отзывалась. А глаза открыты. Но я решил забрать ее вещички. Не пропадать же добру. Там еще сережки были, но я вдруг услышал, что вроде бы ветка хрустнула и, в общем, испугался. Чего ты испугался? Да глаз ее открытых. Парня этого опознать сможешь? Ну, не так, что... Но если увижу, наверное, вспомню.
Привет бойцам невидимого фронта. Доброе утро. Здравствуйте. Что нового? Ничего. Плохо, Борис Евгеньевич, очень плохо. Стоим на месте. Так, Ахапкин говорил, что парень склонялся над Юлей. Значит, нужно еще раз осмотреть ее одежду. Бывает так, что преступники иногда не оставляют улики. Это если криминалист ищет недостаточно тщательно. Так, Бельчак, на тебе обувь жертвы. Борис Евгеньевич, на вас кофта и, внимание, нижнее белье. Смотрите тщательнее и дышите глубже. Ссылка на запотевшие очки не принимается. Плосковато шутите. Что стоим? За работу. Стас, у меня к тебе дело. Вот это недеградированная ядерная ДНК человеческого волоса. Значит, пробей по базе, посмотри, есть ли совпадение. Только вот это строго между нами, понял? Потому что тот, кто разглашает чужие тайны, долго не живет. А вот это уже интересно. Очень интересно. Что там? На куртке Юлии Мельченко следы жидкости, вырабатываемой слезной и слюнной железами. Какой жидкости? Слезы, Бельчак. Горькие человеческие слезы и слюна, которые не принадлежат ни Юлии Мельченко, ни сторожу Ахапкину. Из ДНК доктора Богомолова тоже совпадений нет. Так это значит, что... Это значит, Бельчак, что у нас новый подозреваемый. Бельчак, я вижу, тебе не терпится что-то мне сказать. Да. Ну что ж ты ждешь? Выстрелы из стартового пистолета? На куртке жертвы я нашла следы сахарной пудры, муки и ванили. Слезы, сахарная пудра, мука. Слушай, так у нас теперь два подозреваемых. Да, и кто они? Плачущий убийца и пряничный человек. Я его знаю. У нас работает. Угу. И кто он? Начальник архива. Вот как. Давно вы с ним? Да нет, не особо. И потом, там все еще так неопределенно. Угу. Что рассказывай? Как там твой Карпенко? Предложил жить вместе. А ты? Все сложно. Почему? Уж очень он хороший. Богдана, ты знаешь, кто в тебе сейчас говорит? В тебе говорит следователь. Никому не доверяй. Он тебе повод давал? Нет. Вот, перестань себя накручивать. Ты знаешь, думаю о его жене. Поступаю подло. Богдаша, это жизнь. Понимаешь? Кто-то теряет, кто-то находит. В этот раз нашла ты. Да уж. Того ли я нашла. Ладно, заболталась я с тобой. Здравствуйте. Костя. Пойду. Мы нашли на одежде убитой слезы. Жертва плакала. Ничего удивительного. Слушайте... От вас прямо-таки веет холодом. Что-то случилось? Я съел ваш десерт, ты этого не заметил? Перестаньте говорить ерунду. Тогда что? Ничего. Так что там со слезами? Это слезы не жертвы, не Ахапкина, не Богомолова. У нас есть третий подозреваемый. Скорее всего, на пальцах убийцы
были ваниль, мука и сахарная пудра. Мы нашли их надежды. Чем это, по-вашему, может нам помочь? Съел убийца булочку, мало ли. Просто от одежды пахнет дрожжами. Вряд ли нормальный человек станет есть дрожжи, правда? На вашем месте я бы поискал среди знакомых Юлия Мельченко кондитера или пекаря, на всякий случай. Хорошо. Мы сегодня почти не спали. Не услышали будильник. Собирались наспех. У вас проблемы? А что? Ну, в общем, ничего, просто интересуюсь душевным состоянием коллеги. А то, если у вас нервный срыв, вы меня случайно застрелите. В моей жизни полный порядок. Вообще-то не похоже. Вы слишком верите в собственную проницательность. А зря. Это очень хорошо, что вы приехали. Да ну что вы. Я, правда, ненадолго. Я хочу узнать, серьезно ли ваше намерение по отношению к моей дочери. Они очень серьезны, Татьяна Николаевна. Я предложил Богдане жить вместе. И Яна будет жить вместе с нами. Правда, если она не возражает. Но вы же еще женаты. Я подал на развод. Я не могу сказать, что я вас любила, но вы поступили как мужчина, и теперь я изменила мнение о вас. Благодарю. Понимаете, Богдана долгое время жила, ну, без мужчины, и очень тяжело решиться, тем более, что сейчас вся жизнь ее изменится. Понимаю. Хорошо, я поговорю с Богданой, постараюсь убедить ее принять ваше предложение. Отлично, Татьяна Николаевна, спасибо. Да, и вот еще что. В отношении ваших подарков мне и Яне. Что-то не так? Нет, все так. Это очень хороший ход. Он мне понравился. Когда мужчина любит, он способен на все. Даже на хитрость. Но я, Татьяна Николаевна, не пытался хитрить. Я просто хочу, чтобы вы знали, что теперь я ваш союзник. А вы меня раскусили. Надеюсь, вы меня не выдадите? Нет. Даже под пытками. Спасибо вам. Спасибо. Виталик, а ты не знаешь, что это на меня Ковальская волком смотрит? Может, ты и нахамил? Да я уже несколько дней нежнее и мягче сливочного масла. Хоть на хлеб намазали. Богдана никогда не любила тех, кто сильно умничает. И поэтому она связалась с Карпенко. По-моему, они расстались. Серьезно? Она тебе чем нравится? Кто? Богдан. Мне не нравится Карпенко. Слушай, ну если что, знаешь, поделись. В другой раз. Где ты ходишь, Пиценко? Информация от матери Мельченко. Павел Константинович Сягин, директор «Каравай Плюс». Один из ухажеров Юлии. Приносил ей пару раз корзинки со свежими булочками. Мука, ваниль, сахар. Да, решила проверить вашу версию. Поезжайте в больницу к Хапкину, вдруг познает, а я к Сягину. Дим, можно тебя на секундочку? Я сейчас. Ну? Дим, ты на меня как будто за что-то обижаешься. Что за бред? Из-за чего мне на тебя обижаться? Хорошо, если так. Демон, ты скоро? Да, иду. Прости, мне пора. Привет мотоциклисту. И давай, чтобы я осторожнее ездил. Павел Сягин? Ну, допустим. Мы знакомы? Следователь Ковальская. Нам нужно поговорить. О чем?
Вам знакома Юлия Мельченко? Ну, допустим, а что? Вы знаете, что с ней случилось? Нет, а что? Юлия Мельченко убита. Сагин, я с вами разговариваю. А я с вами нет, ясно? Почему вы не хотите поговорить? Потому что я ее любил. Я не хочу, чтобы вы мне сейчас в душу лезли, ясно? Пустите. Узнаешь его? Ну, он или не он? Похож. Вроде он. Вроде ли точно? Он. Точно. Он. Из этой бутылки пил Павел Сагин. Наш новый подозреваемый. Слушайте, вы становитесь профессионалом в хищении улик. Сначала окурок, теперь вот бутылка. Ирония здесь неуместна. Хорошо. Буду серьезным и занудным, как судебный прокурор. Ой, извините, кажется, ваш жених судебный прокурор. Не хотел его обидеть. Почему вы себя так ведете, Андрей Сергеевич? Пойду займусь вашей бутылкой. Надеюсь, мы не зря пустились во все тяжкие. Работаем вместе, я не могу с ним не общаться. Ну да. Слушай, я уже перебрался в нашу будущую квартиру. Заказал две кровати для нас с тобой, для Яны. Ну, правда, в ее комнате нужно переклеить обои, ну, всякие такие забавные, со зверушками. Яна уже большая для веселеньких обоев. И я еще не давала свое согласие на переезд. Богдаш, так а что тебя останавливает? Это серьезный шаг. Ты же всегда этого хотела. Давай так, я вышлю тебе снимки квартиры. Она тебе понравится. Хорошо? Хорошо. Я ее любил по-настоящему. А Юлька ей всего было мало. И яхту подари, она все равно недовольна будет, скажет, что яхта слишком маленькая. Сколько вы встречались? 4 месяца. Из-за чего расстались? Ревновал я ее. И как проявлялась ваша ревность? Да как у всех. Пару сцен устроил ей, так она меня и послала. Мужиком кормой вертит. Что произошло в тот вечер, когда она погибла? Я с ней случайно встретился на улице. Говорю, давай мы зайдем в кафе, поговорим. Может быть, наладим все. Ну, в смысле, отношения наши. Она согласилась. Ты так и не научился разговаривать. Слушать тебя не могу. Какой же ты придурок. Юля, подожди, я... Юля, пожалуйста. Я умоляю тебя. Отойди. Пожалуйста, выслушай меня. Я не хочу тебя слушать. Нет. Ну и вали, подумаешь! Потом что только подостыл, думаю, ну, хорошо, надо пойти догнать, извиниться. Ну, выбежал я из кафе, смотрю, она к какому-то мужику уже в машину садится. Я думаю, нужно так надо догнать. Надо поехать за ними. Постой, я... Ну подожди! Ну постой, ну я...
пару раз я их терял, потом снова находил, потом возле парка в третий раз уже потерял. Она во враге лежит. На спине. Бля. Почему не позвонили в полицию? Испугался я. Думал, ну кто мне поверит? Кто мне поверит, что это не я ее убил? Вы мне тоже сейчас не верите? Ну, допустим, все так и было. Номер, марку машины запомнили? Машина... Форд. Старый, серебристый. Ельку жалко. Она мне по ночам снится. Хотя знаю, останься я с ней, я бы точно в какую-нибудь историю влип. Она и Ванечку своего довела. Он за нее в петлю полез. И я бы так мог. Кто этот Ванечка? Бывший. Она ему рога наставила, а он за нее в петлю полез. Ну, вроде бы откачали, я точно не знаю. Когда это было? Незадолго до нашего знакомства. Фамилию Ванечки знаете? Я не знаю. Она его при мне по фамилии не называла. Меня посадят. Если виноваты, посадят. А я ни в чем не виноват. Ну тогда вам нечего бояться. Я не понимаю, зачем нужны эти разговоры. Вы все равно вынесете отрицательное заключение. А почему вы так решили? Бросьте. Ваша работа в том и заключается, чтобы найти повод меня уволить. И как я его найду? Не найдете, так сами придумайте. Вижу, вы склонны к паранойи. А вы к садизму. Ну, хватит уже тянуть из меня жилы. Давайте, выносите свой вердикт, я пойду работать. Поймаю еще одного преступника, пока вы здесь бумажки заполняете. Сядьте. Сядьте. Ну. Картина складывается неприятная. Вы легко выходите из себя. Вы не умеете работать в команде. Вы склонны доверять своей интуиции в ущерб уликам. Вы ни во что не ставите мнение коллег. И это еще не все мои достоинства. Вы ведете себя не как сотрудник МВД, а как частный детектив. Склонны к принятию авантюрных решений. Да у меня больше раскрытых преступлений, чем у любого. Это вам везло. Но когда-нибудь ваши методы могут привести к беде. Пострадают невинные. Пострадают сотрудники, работающие вместе с вами. Слушайте, вам будут детективные триллеры писать. Может, хватит уже каликушества? Я считаю, что вы опасны. Но для полноты картины я решила посмотреть ваши дела. Доступ я уже получила. Вот в этом я не сомневаюсь. Правильно делаете. Сеанс окончен. Похоже на объявление войны. Я врач. Я с пациентами не воюю. Я их спасаю от самих себя. Поэтому для вас я скорее друг, а не враг. И друг любимый на меня наточит нож за голенищу. Всего доброго. Я не понимаю, почему
вы не можете мне дать кредит. В конце концов, вы банк, я ваш клиент. Да. Да, я указал, что мне деньги нужны для медицинской операции. Нет. Деньги нужны не мне, а моей жене. Я что, их в казино собираюсь проигрывать? Я не кричу, я прошу. Прошу вас о помощи. Это уже третий отказ. Что? Алло. Алло. Борис, вы извините. У вас что-то случилось? Да нет, ничего, просто нужно взять кредит в банке, а нет поручителя. Так вам поручитель не нужен. У вас же есть недвижимость. Вот, вы можете квартиру банку предложить в залог. Я так уже делал. Ты режиссер или муж, на кого же ты похож? И друг любимый на меня наточит нож за голенище. Нашел орудие убийства Юлия Мельченко. Взгляните. Видите, клинообразная форма компенсирует мягкость материала. Клинок имеет массивный обух и доллы. Я думаю, что это старинный нож или штык-нож, который могли носить за голенищем сапога. Стас, пробей информацию по этому ножу. Есть. Кофе-брейк? Я бы хотела побыть одна и подумать. Нет, вы будете думать тогда, когда я обогащу ваш мозг ценной информацией. Какой же? Вы изучили биографию Сагина? Изучила. Что-то узнали насчет хобби? Хобби у него нет. После работы ходит в спортзал, в свободное время пьет пиво и смотрит футбол. Может, он что-то коллекционирует, например, холодное оружие? Нет, кажется. Ну хорошо, тогда мы съездим к нему домой и все осмотрим. А пока обещанная информация. Юлия Мельченко была убита старинным холодным оружием, предположительно кованым ножом. Ну, вы можете спокойно допивать свой кофе. Наш восточный компьютерный гений уже ищет нож подобной конфигурации в интернете. Ида Александровна, я думал, мы с вами обо всем договорились. Мы с вами договорились, что я приложу максимум усилий, чтобы не допустить к работе хама, бездаря и карьериста со связями. Похоже, вы не совсем четко поняли ситуацию. Речь идет не только о его карьере, но и о вашей. А вы знаете, что полтора года назад Макаров вычислил опасного маньяка, который закопал в лесу четырех школьниц. И как это влияет на нашу с вами договоренность? А знаете, как я решила стать психологом? Как? Мне было 12. В подъезде на меня напал мужчина. Взрослый. Сильный. Я хотела покончить с собой. Но нашелся человек, который спас меня. Научил пережить весь этот ужас. После этого я решила,
что когда-нибудь я буду помогать таким, как я. Думаете, если позволите Макарову работать, таких девочек станет меньше? А разве нет? Подобных старинных ножей в сети продается не так уж и много. Я посмотрел на сайтах, пошуршал на форумах и вуаля. Нашел пару десятков ножей, похожих на наш. Затем установил их владельцев, затем установил их айпишники. Вот список. Отличная работа. Спасибо, Стас. Андрей Сергеевич, я по поводу нашего разговора о ядерной ДНК, которую вы добыли из волоса. Есть совпадение. Вот владелец этого волоса. Вор, рецидивист, по кличке Гоблин. 2 метра ростом. Да уж, настоящий великан. И где этот крол теперь? Отбывает 4-летний срок за кражу со взломом. 3 недели назад посадили. Спасибо, Стас. У меня для тебя неприятное известие. Нам так пока и не удалось свалить Макарова. Пока? Слушай, а так ли он тебе важен? Я поговорил с людьми. Он дело моего сына из архива не запрашивал. Да и вообще ведет себя смирно вроде. У него недавно младшую сестру убили. Так убийцу так и не нашли. Так что ему не до тебя, не до меня. Сейчас дела нет. А что, это серьезно? Да, вполне. Да такие, как Макаров, никогда не успокаиваются. Макаров – выдуманная проблема. А ты хочешь нажить себе реальную. Макаров – реальная проблема. Как вы этого не понимаете? Разговор окончен. Только не говорите потом, что я вас не предупреждал. Груздев Вячеслав Михайлович, 55 лет. И что тебя в нем заинтересовало? У него был сын, Иван Груздев, 26 лет. Несколько месяцев назад покончил жизнь самоубийством. Ванечка, которому Юлия Мельченко разбила сердце. Вполне возможно. А еще у него есть серебристый форт. Михалыч, а может, по домам, а? А завтра с утреца придем, все доделаем. Клиент будет завтра в 9. Михалыч, ну там работа еще на целый час. А потом еще марафет делать. Во! Слушай, а может, по рюмашке, а? Мне клиент такого классного коньячка подогнал. Нет, я не буду. Михалыч прав. А коньячок твой мы в конце недели раздаем, а? Мы из полиции. Вячеслав Михайлович Груздев здесь работает. Михалыч! Тебе? Ждал. А отпираться и оправдываться я не буду. Нож у меня в кабинке. Идемте, покажу.
Я убил Юлию Амельченко. И убил бы снова, если б смог. Ваня у нас был поздним ребенком. Супруга моя, царствие небесное, она надышаться на него не могла. Я тоже. Он рос мальчиком впечатлительным. В школе стихи писал. Все мечтал, о чем-то задумывался. Господи, ему бы встретить хорошую девушку, он бы горы для нее свернул. Подвернулось это. Амельченко. Он ее очень сильно любил, очень. А она душу из него вывернула. Она с другими парнями у него на глазах крутила. Издевалась, как могла. Зачем, не знаю. Ну, наверное, рождаются такие женщины на погибель мужика. Вот мой Ваня и не выдержал. Что-то она ему сказала, он пришел домой, связалась с перьевой веревки, петлю, забросил на люстру и... Маша, жена моя, как узнала, слегла. Инфаркт. А через 4 дня и она. Врачи сказали, что она не сопротивлялась. Не хотела. Простите. Расскажите, как вы убили Юлию Амельченко. Это случайно вышло. Я в тот вечер как раз нож купил. Я уже 15 лет коллекционирую холодное оружие. Купил, ехал домой. А тут девчонка голосует. Я остановился. Посадил. А она ведь даже не узнала меня. На что, милая, спрашиваю, сыночка-то моего Ваню помнишь? А она смотрит на меня, какого Ваню, говорит. Вот тут меня что-то скрутило внутри. Он из-за нее в петлю, а она... Остановил я машину возле парка. Вскочил на ноги. Она уже мертвая была. Я повернулся и пошел к машине. Нож привезли в мастерскую, как ни в чем не бывало. Положили на полку. Да. Положил. Убивает человек не нож. Ну что? Просто вещь. Нормальный мужик. Просто запутался. Дим, ты чё? Он человека убил? Неизвестно, как мы бы с тобой поступили на его месте.
Чего? Дим, ну может хватит дуться? Дуться? Я что, похож на обиженного ребенка? Ну, если честно, похож. Насчет Остапа. Слушай, мне правда сейчас некогда говорить. Давай поговорим в следующий раз. В следующий раз? Когда? Не знаю, завтра, послезавтра, потом. Пока. Борис, привет. Здравствуйте. Я Игорь Карпенко. Помнишь, мы пару раз пересекались, когда я был еще следаком? Да-да, я помню вас. Как жизнь? Как жена? Жена. Болеет. Извини, надеюсь, ничего серьезного? Нет, как раз серьезно. Слушай, ей нужна операция. Могу посоветовать классного хирурга. Да нет, дело не в этом. А в чем? Нужны деньги. И что, много надо? 35 тысяч долларов. Я уже выставил квартиру на продажу, ну, пока. Так, а займ в банке? Не дают? Ну да, сумма-то большая. Слушай, а может я могу тебе помочь? Вы что шутите, Игорь? Извините, я просто неудобно, я... Перестань. В такой ситуации нужно использовать любой шанс. Да. Ну, если у меня есть возможность помочь хорошему человеку, неужели я смогу пройти мимо? Игорь, я буду вам очень благодарен. Я... Так, давай, нужно встретиться и обсудить это все детально. Да, вот мой телефон. Вы мне позвоните в любое время. А ты главное держись. Слышишь? Из любой ситуации есть выход. Давай, до связи. Спасибо вам. Держись. Так, здесь у нас салат с курицей вареной, как ты любишь. Яблоки красные. Я уже помыл. И самое главное, маслины. Без косточек, твои любимые. Как там та девушка? Какая девушка? Которую ты сюда приводил. Ты что, ее запомнил? Конечно. Я же не скверотик. Она милая и очень похожа на Лизу. Так она придет снова? Не знаю. Я хочу, чтобы она пришла. Я тоже. Привет, это Макаров из экспертно-криминалистического. Да, нормально. Как у тебя? Слушай. Мне очень надо встретиться с одним заключенным из Бориспольской колонии. Зовут Анатолий Кролл, сидит за кражу. Ну, чем скорее, тем лучше. Спасибо.
потрясающе. Нет, это невероятно. Это невероятно. Игорь Николаевич. Эльвира. Я вам чай заварила. А принеси мне вина. Хорошо. Нет, это же все по-другому. Светкевич Игорь Николаевич, 67-й год рождения. Холост. Я его и без паспорта узнала. Он известный театральный режиссер. Я с ним недавно интервью по телевизору видела. Ну что ж, похоже, свою последнюю роль он уже сыграл. Когда наступила смерть? Около 7 часов утра. Причина? Губы темно-синие, мочки ушей почернели. Судя по всему, обширный инфаркт. На изгибе локтя следы от уколов. На столе флакон от гепарина. Гепарина. Препарат для сердечников назначают после перенесенного инфаркта. Значит, инфаркт. Ну что же нам меньше забот? Бельчак, упакуй. Контактные линзы. Линзы? Это такие маленькие стеклышки, которые вставляют в глаза для коррекции зрения. Я знаю, что такое контактные линзы. А зачем мы надели линзы вместе с очками? Совершенно незачем. Судя по всему, надел их он на себя не сам. Магдан, ну горничная в себя пришла. Готова поговорить? Здравствуйте. Здравствуйте. Ковальская Богдана Анатольевна, я следователь. Готова поговорить? Да. Насколько я поняла, вы обнаружили тело Игоря Николаевича Светкевича? Да, это я его нашла.
Захожу, а он сидит. Я сперва подумала, спит. Подошла, окликнула, а он молчит. Гляжу, а он мертвый. Я сперва в скорую позвонила, а потом в полицию. Он был в очках? Что? Светкевич был в очках? Или вы на него их надели? Нет, ничего я на него не надевала. Зачем мне? Как сидел, так и сидит. Игорь Николаевич жил один? Да, совсем один. Жены нет, умерла давно еще. Сын у него есть, Олег, и еще дочка Лиза. Они отдельно живут. Я им уже позвонила. Они сейчас приедут? Олег, он сказал, что ему нужно прийти в себя, и позже позвонит Лиза. Она трубку положила, ничего не сказала. Мне нужны их номера телефонов. Да, конечно. Светкевич был хорошим режиссером. Он любил экспериментировать. В постановке «Эквус» он даже вывел на сцену настоящих живых лошадей. Если бы он репетировал «Войну и мир», выкатил бы на сцену настоящую пушку и дал бы залп по зрителю. Зачем вы утрируете? Да затем что. Бельчак, давай сюда ножницы и пакет. Театрал. Скорее. Пойду подышу воздухом. А то здесь такие запахи, как в будуаре престарелой актрисы. Сегодня солнечно. Так вы на меня смотрите уже несколько дней. Будто бы я задушил вашу любимую канарейку. Что-то случилось? Или вам про меня что-то рассказали? Год назад вы сфабриковали улики против невиновного. Повесили на молодого парня изнасилование и убийство, а он был ни при чем. Вот оно что. Интересно, и почему же я это сделал? Вам лучше знать ответ на этот вопрос. Понятно, где собака порылась. Карпенко рассказал. Вы можете не отвечать, понятно, что он. Послушайте, сын депутата Кушнира действительно насильник и убийца. Я нашел прямые доказательства его вины. А депутат отмазал сынка. И именно Карпенко ему в этом помог. Ну, конечно. Фальшивые улики были сфабрикованы против меня. А потом меня поставили перед выбором. Либо я увольняюсь по собственному желанию, либо увольняют меня, но с волчьим билетом. Я выбрал самое простое. Уволиться сам. Нам лучше не касаться этой темы. Мы ее уже коснулись, Богдан. Анатольевна. Я хочу, чтобы вы мне доверяли. Иначе какой смысл вместе работать? Правда? Что-то новое узнали? Да. Сын Светкевича Олег, 26 лет. Архитектор, живет от заказа до заказа. Дочь Лиза, 23, танцует в клубе. После смерти Светкевича все имущество достанется сыну Олегу. Лизе ничего. Интересно, чем же она ему так не угодила? Не знаю. Единственный, кто получил выгоду от смерти Светкевича, это его сын Олег. Убийство ради наследства? Слишком просто. Вот у нас известный любитель сложностей. Ох уж мне эта богема. Всего это около 50, сердце изношено, как у 70-летнего старика. Да и сосудики ни к черту. Значит, все-таки сердце?
Сердце-то сердце. Но я сделал анализ крови, у него была наркотическая интоксикация, и опиум-индуцированная ишемия миокарда. Инфаркт стал лишь следствием всего этого. Опиум? Да у него в квартире не было опиума. А в крови был. Введенный внутривенно. Кубиков 12, лошадиная доза. Опиумное опьянение. Ну, в таком состоянии он сам мог одеть очки на контактные линзы и не заметить этого. Либо кто-то вколол ему эту лошадиную дозу опиума и затем надел очки. Кстати, по поводу лошадиной дозы. Я как-то видел его спектакль в театре драмы и комедии. Так там на сцену выводили настоящую лошадь. Представляете, настоящую. Еще один поклонник реализма в театре. А вам стоило бы это посмотреть, Андрей Сергеевич? Если я захочу посмотреть на лошадь, я пойду в конюшню. Что с ним взять? Приземленный человек? Да. Первое условие, мы оформимся официально. Присутствие нотариуса. Ну, конечно. Никаких проблем. Второе тебе будет выполнить немного сложнее. Я слушаю. Я хотел бы, чтобы ты оказал мне одну услугу. Ну, о чем речь? Я... Все что угодно. Что ты думаешь о Макарове? Да, о Макарове? А? Он честолюбив, самоуверен. Ну, то есть, как человек он не очень, да? Пожалуй. И занял твою должность, на которую ты претендовал. Ну, да. Давай присядем, Борис. Я готов одолжить тебе 35 тысяч долларов. Но взамен я хочу, чтобы ты мне помог. Отправить Макарова за решетку. Слушайте, я что-то вас не понимаю. Твою жену прооперируют. Вы будете жить, поживать, добра наживать. Более того, я помогу тебе стать начальником лаборатории. У меня есть связи. Послушайте. Ты подумай. Не торопись. О себе, о жене, о вашей жизни и о ее смерти. Как ты будешь жить, зная, что мог спасти ее? Послушайте, я не желаю вас больше слушать. И я не желаю вас больше знать. Стас, что у нас с отпечатками из дома Сулькевича? В базе ничего. Ясно. Бельчак, что с гепарином? Гепарин настоящий, чистый, никаких примесей. Здравствуйте. А где вас черти носят? Я выходил. Исчерпывающая информация. Надеюсь, оправились успешно. А теперь живо за работу. У нас экспертиза по трем делам, не считая этого режиссер-наркоман. Немедленно. Приступаю к работе. Уж будьте так любезны. Борис Евгеньевич, не обижайтесь на него. Уверена, он не хотел вас обидеть. Борис Евгеньевич? С вами все в порядке? Со мной все в порядке. Ребята, поезжайте к Олегу Светкевичу, я ему звонила. Он ждет вас. Сюда его привезти? Если придется. Делается. Решили за мной поухаживать? Нет, это как-то не приходило мне в голову. Но идею вы подали хорошую. Я обещаю над ней подумать. К тому же, в общем-то, вы в моем вкусе. А вы нет. Ничего, вкусы меняются. Мне кажется, что шутка затянулась. Так может, я и не шучу.
Выпей кофе в кабинете. Домработница рассказала мне про отца. Честно говоря, для меня все как в тумане. Ваша домработница, Эля, откуда она? Откуда-то из глубинки, точно не помню. Она симпатичная. Что? Говорю, домработница вашего отца симпатичная. Не знаю, не замечал. Скажите, а вы не знаете, у вашего отца с ней что-то было? С домработницей? Нет, что вы. Знаете, мы поговорили с вашими коллегами, и они нам рассказали, что вы очень любите красивую жизнь. Дорогие рестораны, поездки за границу на уикенд. Но при этом у вас куча долгов. Вот как так? А у кого их нет? У меня. Где вы были сегодня утром с 7 до 8 часов? В 7. Ехал на работу. Приехал где-то к 8:30. Пробки. Кто может подтвердить ваши слова? Не знаю, вы личного водителя у меня нет. Ну теперь-то, наверное, будет. Вы о чем? О завещании. Вы теперь единственный наследник, получите все наследство отца. Наймете и водителя, и с десяток слуг. И с долгами рассчитаетесь. Скажите, а ваш отец носил линзы? Линзы? Линзы у него были, только он их поносить не успел. В каком смысле? В прямом. Я его несколько лет уговаривал. Купи, говорю, линзы, они же удобнее. Он отказывался, привык, мол, к очкам. А пару дней назад сдался, решил попробовать. Я его машину скорее в оптику, пока он не передумал. Кто-то кроме вас знал, что он покупает линзы? Не знаю, вряд ли. Рыба, рыба, иди сюда. Иди, моя хорошая. Иди сюда. Рыба, иди сюда. Иди, моя хорошая. Я думаю, нам пора. Будьте любезны, из города не уезжайте. Возможно, нам придется с вами опять встретиться. И лучше, если это будет без рыбы. Борис Евгеньевич. А над чем работаете? Исследую испачканную прядь волос режиссера Светкевича. Макаров распорядился проверить на спектрометре. А можно я буду вам ассистировать? Даже не знаю. Что, боитесь, что Андрей Сергеевич будет ругаться? Вот еще. Включайте спектрометр. Спасибо. Вот. Ну что тут у вас? Так, алюминиевые и кальциевые соли ализарина, окись цинка, сажа, поташ и парафин. Поташ, парафин, свечи? С примесью сажи и цинка.
Кроме этого имеются лизоцим, амилаза и мальтаза. Лизоцим, он есть в молоке. Снова мимо. Борис Евгеньевич, ваш ход. Лизоцим, амилаза, мальтаза. Слюна? В точку. Учись. Я знала, просто... Но при этом процентное содержание лизоцима вдвое больше, чем в человеческой слюне. И что это значит? А можно я? Ну? А в слюне собачьей лизоцима больше, чем в человеческой. Молодец, Бельчак, растешь. Да ну. У Светкевича не было собаки, и следов присутствия собаки в его доме мы не обнаружили. Даже если бы собака была, это бы не объяснило наличие парафина, поташа и окиси цинка. Ну что, есть предположение, что за фантастическая тварь лизнула нашего режиссера? Нет. Думайте. Тут все понятно. У парня нет алиби, зато есть куча долгов. Это он убил отца. Да, мотив очевиден, но он знал про контактные линзы. А значит, не мог надеть очки. Слушай, Светкевич купил эти линзы всего пару дней назад. Сын мог или забыть об этом, или просто не знал, что отец их надел. Точно. Торопился замести следы, ну и напялил очки по рассеянности. Такое возможно. Нужно поговорить с дочерью Светкевича. А зачем он вам вообще? Возможно, он был свидетелем одного преступления. Свидетель? Смешно. Подозреваемый, подсудимый, это я понимаю. Свидетель. Возможно, что не просто свидетель, но доказательств у меня пока нет. Надеешься на его признание? Зря. Кролл калач четвертый. Лишний срок на себя не возьмет. Да пошли. А я думал, красивая баба придет. Ну, кто ты такой? Я брат девушки, которую ты убил. А я кого-то убил? Ее звали Ирина. 32 года. Работала хирургом. Девка-хирург. Ты пришел туда не случайно. Ты пришел не грабить. Ты пришел убивать. Красиво поешь, мусорок. Пой дальше. Я хочу знать, кто тебе заплатил за это убийство. Послушай, я вор, а ты мент. И мне плевать, что твоя сестра ласты склеила. Плевать на тебя и плевать на нее. Понятно. Ублюдок, я тебя посажу! Ты пожизненно сидеть будешь, понял? Все, все! Все, спокойно! Все, все! Мне нужен список всех, кто посещал Кролла. Хорошо, но список будет короткий. Там всего одно имя. Какое? Надежда Горбунова. И кто она ему? Ну, говорит, что невеста, но поверить в это трудно. Почему? Понимаешь, она девчонка красивая, а его рожу ты видел. Красавица и чудовище. Ну, что-то вроде. И еще. Не поверишь, она от него беременна. Как ты сегодня? Уже лучше. Ну, хорошо. Лечение помогает. Скоро совсем выздоровеешь. И мы с тобой поедем на море. Мы уже лет 5 с тобой не были на море. Я считаю, это ужасно. Да. Да. Мы с ним были лично в гостиницу. Будем целыми днями валяться на море, на пляже. А вечером будем ужинать в уютных ресторанчиках, как ты любишь. Да. Буренька, с тобой все в порядке? Да. Ты выглядишь уставшим. Это... Просто очень много работы. Но у меня все в порядке. И у тебя, блин, все в порядке. Да. А?
нас будет все в порядке. Катя! 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 Эй, кто-нибудь! Моей жене плохо! Еще? Конечно. Еще. Угу. Что-то случилось? Не надо так сильно огорчаться. Все проходит, и это пройдет. Я смотрю, ты философ. Я бармен. Бутылку с собой мне сделай. Угу. Сдачи не надо. Спасибо. Хорошего вечера. Спасибо. Слушай, кажется, Макаров сегодня с похмелья. Да ладно. Угу. Оказывается, он тоже человек. Кто бы мог подумать, да? Что нового по научной части? На волосах Светкевича мы нашли следы собачьей слюны. Странно, ведь собаки у него не было. А вот у его сынка Олежки есть собака. Спасибо. Сначала отец, теперь сын. Тормозной шланг повреждён. Надо, конечно, провести экспертизу, но, скорее всего, его подрезали специально. Даже в право наследства вступить не успел. Теперь все имущество Светкевича-старшего достанется его дочери Лизе. Надо бы ее навестить. Ну, поторопитесь, а то к вашему приезду и дочурку на тот свет отправят. Возможно, это ее рук дело. Тем более поторопитесь. Ценко обзавидуется, когда узнает, что он пропустил. Ну что, он хорошая девчонка. Чеглов. Я просто констатирую факт. Ждемся конца танцев или закажем пиво? Ждать не будем. Здравствуйте. Что надо? Нам нужно поговорить с Елизаветой Светкевич срочно. Она работает. Так я тоже. Сейчас. Скажу управляющему. Идемте, я провожу. Ваш отец и брат мертвы. И вы теперь единственная наследница? Да плевать я хотела на их наследство. Вы знаете, как он меня обозвал? Даже повторять не стану. А все из-за того, что я работаю в клубе. Чем моя работа хуже других? Да ничем. А брат тоже не одобрял вашу работу? Олег был дурак и сволочь. Мы с ним 3 года не виделись, я даже голос его забыла. Но теперь никогда не увидитесь. Что думаете, я буду страдать? Они не были моей семьей. Моей семьей была мама. Но она умерла 6 лет назад.
После ее смерти папаш на нас с Олегом забил. То гастроли, то бабы. В промежутках кокс и водка. Творческая личность. Ну, с отцом понятно. А брат вам чем не угодил? Когда мне было 16, его дружок меня изнасиловал. Олег в это время был в соседней комнате, пьяный. И знаете, что он сделал, когда я ему обо всем рассказала? Что? Ничего. Сказал, что я сама во всем виновата. Сама. Где вы были сегодня утром с 6 до 8? Спала. Кто-то может это подтвердить? Никто. Я приехала домой в 2 часа ночи, сразу завалилась спать. Встала в 10 утра, поехала в клуб. Еще вопросы? Вы ненавидели отца и брата, а теперь они мертвы. Удобно получилось, правда? Вы что, думаете, что это я их? А? Так арестуйте меня. М? Нет? Тогда извините, у меня репетиция. Тупик. Нужно просить Макарова, чтобы он еще раз осмотрел машину Светкевича-младшего. Ты его видела? Он при мне горсть аспирина выпил. Ну, похмелье, будет недоволен. Мы переживем. Борис Евгеньевич, у вашей жены был приступ. Правды скрывать не буду. Ей становится хуже. Ну и времени все меньше. Если в ближайшие 2 недели не сделать операцию, то исход вам известен. А квоты? Вы же говорили про квоты. Я вам уже объяснил. Квот на бесплатной операции нет. Ждать нужно минимум полгода. Ну а полгода это... Что-нибудь придумать. Так, пожалуйста, не тяните. Счет идет на дни. Да. Я понял. Ильчак. Да, Андрей Сергеевич. Ну что, пора тебе становиться самостоятельной боевой единицей. Ты готова? Я не совсем поняла. Надо еще раз осмотреть машину Олега Светкевича. Поедешь со Щегловым. Если что-то будет непонятно, звони. Хорошо, Андрей Сергеевич. Сейчас инструменты соберу. Быстрее давай. Дим, мы что с тобой теперь, враги? Нет, мы коллеги. Ну, ты со мной даже не разговариваешь. А сейчас мы что делаем? Я же не об этом. Ты, когда стоишь рядом, все, как будто мимо меня смотришь. Давай так, у нас будут сугубо деловые отношения. Я думала, мы приятели. Нет, мы не приятели. Почему? Хочешь правду? Ладно. Потому что ты мне нравишься. Так как женщина нравится мужчине, ясно? Так в чем тогда дело? В чем дело? У тебя есть парень, и ты с ним живешь. Вот в чем дело. Ты про Остапа? Все равно, как его зовут. Дим, подожди. Я должна была раньше тебе сказать. Остап – это мой брат, родной. Когда мы с ним закончили университет, родители нам купили по квартире. Сейчас у него делается ремонт, и у родителей он жить не хочет.
Ну что, мир? Мир. Срез неровный, сделан в торопях. Так. Так, а это уже интересно. Подай пинцет. Что там? Обрывок ткани. Похоже на шелк. Возможно, обрывок шарфа или каре. Каре? А что такое каре? Шейный платок. А. Подай, пожалуйста, пакет для улик. Чего улыбаешься? Чего? Настроение хорошее. Опиум. Да. И тоже введен внутривенно. Яблоко от яблони недалеко падает. Вообще-то яблоки не всегда падают сами. Да? Так. Хорошо, Богдан Анатольевна, я приеду. Диктуйте адрес. Я запомнил. Бельчак нашла улику. Молодец, девочка. Вообще-то я обследовал машину до нее и ничего не обнаружил. Что ж, и на старуху бывает пророка. Андрей Сергеевич, относитесь к этому проще. Аккуратистское явно не назовешь. Зато вещи клевые. Борис Сергеевич, вы с ума сошли? Что происходит? Вы профессионал или кто? Кажется... Кажется, нашла. Наш шарфик. О, привет, девчонки. Здрасте, добрый день. Яночка, а бабушка где? А, она пошла к тете Зине чай пить. Ясно. Хочешь прокатиться? Но бабушка не велела со двора уходить. А может, ты сначала бабушку предупредишь? Да не переживайте, мы позвоним ей. Хочу тебе кое-что показать. А что? А это сюрприз. Ну, ладно. Пока. Залезай. Залезай. Я отца и брата тоже. Я вообще к этой машине даже близко не подходила. Ваш шарф. Я вообще его первый раз вижу. Мы нашли его в вашей квартире. Ну и что с того? Ваш или нет? Да откуда я знаю? У меня в шкафу столько шмоток, которых я уже 100 лет не ношу. Да он рваный какой-то.
А вы вспомните, где вы его порвали. Слушайте, может, хватит меня мучить? Я устала, я... Папа... Олежа... Я не хотела, чтобы они умирали. Я никогда этого не хотела. Ты что, ей веришь? Лить слезы – дело нехитрое. Недаром у нее папаша режиссером был. Мне показалось, она была искренней. У нас теперь есть прямая улика. Да, мам? Ого! Сколько мультфильмов! И комиксы! А посмотри, какие куклы! О. А это компьютер! Ух ты! Ну как, тебе здесь нравится? Здорово! А чья это комната? Твоя. Моя? Да. И мультики, и комикс, и куклы, и даже компьютер. Все твое. Да? Да, мы как раз в новой квартире, и я показываю ей. Мама. Где моя дочь? Послушай, я тебе звонил, ты была внизу. А потом я просто забыл перезвонить. Богдан. Мамочка. Солнышко. Мам. Не обижайся на дядю Игоря. Он мне показал новую комнату. Хорошо. Хорошо. Иди поиграй, ладно? Нам с дядей Игорем нужно поговорить. Угу. Богдан, я схожу с ума без вас. Один в этой квартире. Ну, переезжай ко мне. Хорошо. Что? Мы к тебе переедем. Ты серьезно? Я счастлив. Только... Только... Не сегодня. И не завтра. Мне нужно подготовиться. Собрать вещи. Дай мне несколько дней, ладно? Хорошо. Уж поздно, я не пора спать. Так давайте я вас отвезу. Демон ждет внизу, он нас подвезет, ему по пути. Ладно. Слушай, ну тогда завтра созвонимся, да? Может... Поедем в магазин, накупим всякое всячину для новой квартиры. Mm-hmm. Доченька, нам пора ехать.
Ройзман, алюминиевые и кальциевые соли азарин – это краплак, краска темно-красного цвета. Я не... Прибавьте к этому муки с цинка, сажу, поташ и парафин, что получается? Что? Грим, Ройзман, грим. Волосы режиссера Цветкевича были испачканы театральным гримом. Простите, я не могу сейчас говорить. С тобой будет хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, выдвигать версии – это, конечно, ваша работа, но я могу дать вам пищу для размышлений. Попробуйте. Висок Светкевича-старшего был испачкан театральным гримом. Какой-то актер явился к Светкевичу домой в гриме и убил его. Возможно, злоумышленник забыл смыть грим после спектакля или сделал это недостаточно тщательно. Я так понимаю, все актеры наносят грим, правильно? Как же мы найдем того, кто нам нужен? По собачьей слюне у нашего актера есть собака. Ну а как же Лиза Светкевич? Она же была основной подозреваемой. Обрывок шарфа попал под днище автомобиля не случайно. Перед тем, как разорвать ткань, ее надрезали. Это видно по волокнам. То есть девчонку подставили? Судя по всему, да. Игорь, здравствуйте. Это Борис. Борис Ройзман. А, да, Боря, привет. Как жена? Ей становится хуже. Сочувствую. Я звоню сказать, что я... Я согласен. Отлично. Я всегда знал, что ты разумный человек, Борис. Послушай. Твоя жена обязательно поправится. А нам с тобой нужно обсудить кое-какие детали. До встречи.
Я пойду в оперу и закричу, если у меня хватит смелости. Вы сможете прочитать об этом завтра в газете. До свидания. Да-да. Здравствуйте. Добрый день. Игорь Яковлевич, вы сегодня прекрасно играли. Спасибо за спектакль. Спасибо. Только автографы я раздаю в холле, ну, при выходе домой. Мы не за автографы, мы побеседовать. Да? А о чем же? О режиссере Святкевиче. Следователь Ковальская Богдана Анатольевна. Ух ты, так вы, значит, из органов. Можно присесть? Присаживайтесь. Простите, а это ваши призы? Да, только не трогайте. Они довольно хрупкие. Ну и что вас интересует? Говорят, перед смертью Святкевич репетировал свой новый спектакль. Да. И вы должны были сыграть в нем главную роль. Да, короля Лира. Он хотел найти в этой пьесе что-то новое, но, по-моему, не получилось. А вот что вас конкретно интересует? Меня интересуют отношения Святкевича с актерами. Вы знаете, он никогда ни с кем не церемонился. Были конфликты? Да, и довольно много. Ну, вы же знаете, конфликты – это часть нашей профессии. Хотя была одна ссора и довольно серьезная. Как раз накануне смерти Святкевича. Он даже хотел уволить Женю Острового, который репетировал роль Шута. А что это за недоразумение? Я считаю, что ваша трактовка пьесы – сплошное недоразумение. Вы превращаете шекспировского шута в какого-то древнерусского скомороха. Вот как? Вот так. А я вижу, что ты возомнил себя великим режиссером. А за что? Если тебе так не нравится моя трактовка, убирайся отсюда к чертовой матери! Да-да. Да-да-да, именно к чертовой матери! И чтобы ноги твои больше в театре не было! Я не позволю вам. Я вам не позволю при всех так со мной обращаться. В конце концов, я заслуженный артист. Да ты заслуженная бездарь. Ах, вот как. Хочешь меня уволить? Так знай, это не ты меня сейчас увольняешь. Это я сам от тебя ухожу. Понял? Я тебя уволю так, что ни один репертуарный театр тебя не возьмет. Все, твоей карьере конец. А вот это... Мы еще посмотрим, чьей карьере конец. Понял?
пошел вон! Знаете, я никогда раньше не видел следователей. Да. Хотя сыграл милиционера в кино. Ну что, получилось? Вы знаете, получилось. Роль попалась легкая, максимум экшена, минимум драматизма. Так что да. Какие отношения у вас были с режиссером Светкевичем? Слушайте, это же надо, а? Вот посмотрите, я вот в роли милиционера, вот точно так же, я зловеще сдвигал брови и задавал всем вопросы. Вот один в один. Может, пришло время самому на них ответить? Светкевич, он никогда не церемонился с актерами. И многие из моих коллег его ненавидели. А вы? Иногда. Кто-то ненавидел его настолько, что мог убить? Да ну что вы, нет. Нет, я не думаю. Хотя знаете что? Вот будь я на вашем месте, я бы поискал убийцу среди его многочисленных любовниц. И любовников тоже. Это же так? А что? Вас что, это удивляет? Светкевич был известным режиссером, он был творцом. Ну, а творцы, как известно, они должны все время пребывать в состоянии влюбленности. Им нужна муза. А мужчина – это муза или женщина, ну, это же не суть важно. Что в последнее время было его музы? Этого я не знаю. Не знаю. О! Лорик, ты моя! Это ваш пес? Да, 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 Лорик, моя псина дорогая. Знакомьтесь, это Лорик. Мопсик мой. Назвал его так в честь Лоренса Оливье. Замечательный пес, замечательный. Я иногда его беру в театр. Между прочим, Светкевич его очень любил. Главное, брал его на руки. И знаете, что говорил? В тебе, говорит собака, больше таланта, чем в твоем хозяине. Ну, нормально. Что вы делали вчера с 6 до 8 утра? Вчера. Ну, как всегда, проснулся в 6:30. А потом, извините, туалет, душ. И вот, прогулка с Лориком. Кто может это подтвердить? Ну, соседи могут подтвердить, если видели. А я бы очень хотел пригласить вас на свой спектакль. Спасибо, нет. Ну, я приглашаю. Мне две. Пожалуйста, две. Вот, пожалуйста. Да, Игорь. Сейчас приеду. Мы с вами свяжемся. Спасибо, до свидания. До свидания. Да, Игорь, напали. Ты лицо его видел? Нет. Я не успел. Ай, ты черт. Давай вызовем врача. Не надо. О, теперь тем более не надо. Простой нокаут. Что пропало? Компьютер, планшет, мобильник. Все? Да, и все. Даже денег не взяли. Значит, им не нужны были деньги, им нужна была информация. Есть подозрение, кто это мог сделать? Нет. Нет подозрений. Слушай. Ты извини, что я тебя оторвал от работы и... Ты все правильно сделал. Я вызову экспертов-криминалистов. Нет, не надо экспертов-криминалистов. Вот видишь... Я без тебя, как без рук. Игорь. Понедельник. Что? Я перееду к тебе в понедельник. Это точно? Угу. Я рад. Осторожно.
Я тебе позвоню. Не помешаю. О, здорово. Привет. Ты чего здесь? Да, вот завозил экспертное заключение адвокату. Сегодня судебное разбирательство одного из моих клиентов. Да. Кофе будешь? Не-не-не, спасибо. Слушай, ну, как там? Продвигается расследование Эбельера? Продвигается. Нашел я этого урода, поговорил с ним. И кто он? Анатолий Кролл, грабитель со стажем. Мотает срок на зоне. Значит, он сидит? Да. Даже не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, он теперь под присмотром, с другой... Добраться до него теперь будет сложно. У Кролла на свободе осталась беременная подружка. Надежда Горбунова работает администратором в клубе «Сатурн». Откуда ты знаешь? Она единственная, кто приходила к нему на свидание. Больше никого. Ты понимаешь еще, в чем дело? У Кролла, конечно, богатый послужной список. Все понятно. Но он не мокрушник. Украсть, ограбить, но убить. Андрей. Всегда бывает первый раз. Ведь в любом случае я это выясню. Если нужна будет моя помощь, да. Любая. Да, я помню, Витя, спасибо. И давай как-нибудь встретимся, поговорим, пообщаемся. Да надо. Прости. Бельчак. Я... Это я виноват. С каждым может случиться. Что ты смотришь? Может, ты стреляешь мне за это? А вот это очень хорошая мысль. Убери здесь, Бельчак. Спасибо. Да не за что. Слушай, Лесь, а может... Сходим сегодня вечером куда-нибудь. Куда? Не знаю. Театр? Или... Я просто в этом, ну, не очень большой спец. А сам ты-то по вечерам куда обычно ходишь? Сам? А спортбар. Ну, спортбар это ведь... Сегодня Кристал с Арсеналом играет. Может, посмотрим? Ты откуда знаешь? У меня папа болельщик. В детстве меня по стадионам таскал, вот и приучил. Ну, так, что насчет спортбара? Отлично, спортбар, значит, сегодня вечером в спортбаре. Ну что, как там наш загримированный артист с собакой? Или артистка? Нашли одного, но у него есть алиби. В 7 часов утра он гулял с собакой. Соседи видели его из окна. Кроме того, он брал собаку в театр по свидетельству очевидцев. Так что она вполне могла лизнуть Светкевича. Выходит, зря прокатились. Этот артист посоветовал нам поискать убийцу Светкевича среди его бывших любовниц и любовников. Скорее, любовниц. Способ убийства женский. По статистике, женщины предпочитают убивать не с помощью ножей и пистолетов, а с помощью ядов. Наркотик тот же яд. Послушайте. Вы хотели что-то сказать? Да. Я хотел бы узнать...
Вы все еще считаете меня подлецом и фальсификатором? Вам это важно? Как ни странно, да. На вас это не похоже. Я, знаете ли, сам себя в последнее время что-то не узнаю. Так как? Подлец? Не уверена. А. Значит, все-таки подлец Карпенко. Думаю, что произошло недоразумение. Вы делали свою работу, Игорь Карпенко свою. Вы придерживались разных версий, и ни один из вас не захотел вступить. Это очень удобная формулировка. Он что, уже замуж предложил выйти? Почему вас это интересует? Потому что мы с вами коллеги. От вашего душевного равновесия зависит успех нашей совместной работы. Не беспокойтесь за меня. С моим душевным равновесием все в порядке. Ну, хорошо. Тогда желаю вам успехов в личной жизни. Привет. Проходи, присаживайся. Вот этот человек заплатил тебе за расследование. Ты добыл для него информацию, сделал фотографии. Я хочу, чтобы ты удалил эти файлы из своего компьютера. Хорошо, сделаю, как скажете. Мне проблемы не нужны. Но тогда не забудь про мобильный телефон и фотоаппарат. Карты памяти придется отформатировать. Делайте, как считаете нужным. Рыцарь печального образа. Вы еще здесь. Мне надо кое-что доделать. Работать нужно днем. Вечера созданы для романтических свиданий, отдыха и алкоголя. И это говорите мне вы? Подловили. Но в этом не нужно быть на меня похожим. Не забудьте здесь все закрыть. Хорошо. Thank you.
вами все в порядке? Да, сейчас отпустит. Держите. Лимон с мятой. Должно помочь. Спасибо. Ну, лучше? Да, спасибо. Я же говорил. Надя, все нормально? Да, Сереж, все нормально. Мы просто разговариваем. Если что, я рядом. Хорошо. Вы Надежда Горбунова? Да. А мы знакомы? Нет. Макаров Андрей Сергеевич. Эксперт-криминалист. Ясно. И что вам тут нужно? Анатолий Кролл подозревается в убийстве молодой женщины. Что? Вы это серьезно? Абсолютно. Толя не убийца. Послушайте, пойдемте поговорим в более удобном месте. Не для протокола? Да, не для протокола. А какого числа, вы сказали, убили эту женщину? 25 мая. 25-го. А Толя не мог ее убить. В этот день он вообще не мог быть в ее квартире. Это почему? Сейчас. Сереж, можешь подойти на минуточку? Я за барной стойкой. Угу. Что-то случилось? Нет, все нормально, Сереж. А напомни мне, пожалуйста, какого числа взломали сейф моего папы? 25 мая, на следующий день после моего дежурства. А грабителя ведь не нашли? Нет, а что? Ничего. Спасибо, Сереж. Спасибо. В кабинете? У папы? Мой отец владелец этого клуба. В тот день, когда убили эту женщину, мы с Толей взломали сейф моего отца и унесли всю дневную выручку. Кролл вскрыл сейф. Мы с Толей собирались пожениться, но мой папа был против. А нам нужны были деньги, понимаете? И вы что же, ограбили собственного отца? Мой отец сам ограбил многих и грабит каждый день. Так что тут все по-честному. Как ты, так и тебе. Знаете, я многим рискнула, рассказав вам об этом. И если мой отец заподозрит хоть что-нибудь, он достанет Олю и в тюрьме. И мне пощады не будет. Но я надеюсь, что вы больше не будете подозревать Толю в убийстве. Доктор. Вот. Половина требуемой суммы. Остальное через несколько дней. Ну, хорошо. Мы можем начать предоперационную медикаментозную подготовку. Спасибо вам, доктор. Я благодарен за все, что вы для нас делаете. Ну, вы не переживайте, не переживайте. Все будет хорошо. Значит, это был водитель Брагина, да? Да. Я его пробил. Сначала он наведался к себе, потом ко мне. Файлы стерты, карты отформатированы. Может, теперь твой Шурин оставит нас в покое. Хотелось бы верить. Попробуй с ним поговорить еще раз, извиниться, поклясться в лояльности. Не уверен, что смогу тебе помочь, если он вздумает тебя уничтожить. Да, ты прав. В конце концов, у меня спина крепкая, и еще от одного поклона не сломается.
Ну все, будь здоров. Да. А, привет, Костя. А, это ты. Чего тебе? Слушай, между нами произошло недопонимание. Это сейчас так называется, да? Да. То есть, нет, я... Кость, ну я свалял дурака. Я хочу попросить у тебя прощения. Да, дальше. Чем я могу искупить? И что ты можешь мне предложить? Пока немного. Но если я все-таки стану зам прокурора города, то я буду твоим верным... Кем слугой? Другом. Преданным другом. Ну, зам прокурора ты не будешь. Это я тебе обещаю. Могу похлопотать. Будешь прокурору кофе носить. Или бегать за эклерами. Он их очень любит. Это не смешно, Костя. А кто тебе сказал, что я смеюсь? Больше сюда не звони, у тебя неприятности только начинаются. Светкевич много гастролировал. С режиссерами иногда такое случается. Он заводил романы с женщинами, затем их бросал. К чему вы клоните? Бельчак, что тебе известно о дерматоглифике? Это исследование строения и узоров гребешковой кожи. А что? А то, что отпечатки пальцев кровных родственников имеют признаки родства по строению гребешковой кожи. Ну что, до сих пор не понимаете? Ладно, поймете по ходу действия. Ким? Да. Значит, достань мне из базы все отпечатки пальцев, которые мы нашли в доме Светкевича-старшего. Легко. Готово. Теперь запусти сравнение по папиллярным линиям. Хорошо. Процесс запущен. Ждем. Есть первое совпадение. Отец и сын. Что тут удивительного? Угу. А вот и дочь. Ничего не понимаю. Домработница? Получается, что она близкая родственница Светкевича? Получается. Что мы на правильном пути. Домработница Эльвира Перебылова родственница Светкевича? Не просто родственница, а ближайшая родственница. Я подготовлю санкцию на обыск ее квартиры. А вот это делать не надо. Мы там можем ничего не найти, но точно ее спугнем. У вас есть идея получше? Есть. Но она довольно рискованная. Лиза. Привет. Тебя что, выпустили? Ну, как видишь. Да. А здесь я по-прежнему. Ну, ничего, это скоро изменится. Ты что, решила здесь жить? Ну, это дом моего отца. Значит, это мой дом. Хорошо, располагайся. А ты что тут делаешь? Должна была съехать. Так я же еще расчет не получила. Вещи не собрала. Так иди собирай вещи. Расчет завтра получишь. Хорошо. Разогреть тебе ужин? А чего у тебя? Курица с картошкой и сладкой кукурузой. Давай, только без картофеля. А вино в доме есть? Есть в подвале. Принеси бутылку сухого красного. И побыстрее.
Руки! Выше! Брось шприц! Руки за голову! Вперед! Ой. Гражданка Прибывалова, вы задержаны по подозрению в убийстве Игоря Олега Светкевича. А также обвиняетесь в покушении на убийство Елизаветы Светкевич. Вы ничего не докажете, ни в чем не признаюсь. Возможно, это и не потребуется. Увести. В вашей комнате под паркетом мы обнаружили нож. На его лезвие частицы гликоля и полиэфирных нитей с тормозного шланга машины Олега Светкевича. Упорствовать бесполезно. Вас взяли с поличным, когда вы пытались отравить Елизавету Светкевич. Нож – неопровержимое доказательство вашей вины. Вам грозит пожизненное. Но если сознаетесь, у вас появится шанс когда-нибудь, но выйти на свободу. Решайтесь. Это я прирезала тормозной шланг. Зачем оставили нож? На всякий случай. Вдруг у вас будет недостаточно улик против Лизы. Почему не подбросили сразу вместе с шарфом? Слишком много улик. Вы бы сразу почуяли подставу. За что вы их убили? ...26 лет назад Светкевич был студентом и проходил летнюю практику у нас в поселке. Там у него был роман с девушкой Тамарой. Светкевич уехал, а через 9 месяцев Тамара родила дочь Эльвиру, меня. Тамару взял в жены парень. Алексея взял, потому что любил. Меня он удочерил. И все было хорошо. А потом Алексей стал пить. А когда напивался, то сбивал мою маму до полусмерти. А год назад он ее чуть не убил. Вскоре умер сам от сердечного приступа. Но тогда мама рассказала мне, кто мой настоящий отец. Я приехала сюда и устроилась к Святкевичу домработница. Это было трудно, но я смогла. Почему не открылись ему сразу? Я сперва хотела понять, что он за человек. Поняли? Да. Поняла. Что он никогда меня не признает. А если я скажу, то просто выгонит из дома. И тогда вы решили его убить? А затем расправиться с Олегом и Лизой. А разве плохой план? Плохой, раз вы здесь. Как же вы собирались получить наследство Светкевича? Сперва вы должны были посадить Лизу. Чтобы я осталась единственной наследницей. Вам их не жаль? Отца, брата, сестру? Жизнь меня не жалела. А почему я должна кого-то жалеть? Она хладнокровно убила отца. Убила сводного брата. Чуть не убила сестру. Убила людей, которые не сделали ей ничего плохого. Не перестаю удивляться человеческой жестокости. Да. К этому трудно привыкнуть. Но вы молодец. Молодец. Отлично справились. Будьте шоколадку. Спасибо. Вкусно. Горький. 98% какао. Немногим нравится. Мне нравится. Как ваше частное расследование? Вы о чем?
Простите, не хотите говорить с ее? Нет, нет, просто... Пока особо не о чем говорить. Спасибо за шоколад. Правда, понравилось? Да. Вы что, и правда здесь так нравится? Еще как. Давай! Да что ж такое? Ты был когда-нибудь женат? Нет. Чего? Так вышло, я вначале думал, что потом успею, потом. Однажды утром проснулся, раз, я уже старый холостяк, мне 35 лет. Да не наговаривай на себя, никакой ты не старый. А ты? Ну, в том смысле, у тебя когда-то были серьезные отношения? Нет, я в институте все время про учебу думала. Вот, старалась быть первой на курсе. Слушай, Лиз, я хотел тебе сказать, что когда я рядом... Хотел сказать? Да нет, я потом. Взять тебя, что ли? Ой, да. Крылышки, я тогда волнуюсь, такая прожорливая. Да, я тоже. Молодой человек, можно две порции? Да, сейчас. Да, давайте три порции, крылышки. Что ты готова? Привет. А я тебя жду внизу, а тебя все нет и нет. Телефон не отвечает. О, ты стала сластеной? Купил ее к чаю. Может, махнем на новую квартиру? М? Заночуешь сегодня там? Давай не сегодня. Слушай, насчет... переезда. Я не должен на тебя был давить. Ты не давил. Но все же я был настойчив, а это... Я взрослая женщина, сама принимаю решение. Значит, в понедельник? В понедельник. А, да? Игорь. Да, я слушаю. Я очень соскучилась по тебе. Возвращайся, пожалуйста, домой. Слушай, я не могу сейчас говорить, я перезвоню. Нет, ничего. По работе. А может, поедем поужинаем где-то?
Что Спасибо, Эсэм. Ты как? Нормально, только немного мутит. Ну, нормальная реакция нормального человека. Я когда труп увидел, меня тоже чуть не вывернуло. Ну что, судя по всему, это паспорт жертвы. Кержнер Дмитрий Александрович, 81-го года рождения. Что еще удалось выяснить? Ну что, тело сильно пострадало от огня. Точную причину смерти выяснили в лаборатории, но пока с полной определенностью можно сказать, что до пожара его ударили по голове бутылкой. Мы осколки собрали, будем исследовать. Это был поджог? Да. Газовый анализатор показал, что было два очага возгорания, это диван и кресло. И перед поджогом злоумышленник залил все это коньяком. Свидетелей я прошу. О чем задумались? Да так, мы с ним когда-то вместе работали. Потом он уже ушел в частный центр генетической экспертизы. Сгоревший криминалист? Ну, на данный момент он просто труп. И хорошо так о бывших коллегах. Ты тогда опроси всех на втором, а я возьму на себя первый. А тебе не кажется, что на втором квартире больше? Больше. Ну ты и бойчея, и люди тебя любят. Давай, давай, за 10 минут управишься. Добрый день. Капитан Киценко. Следователь. Лучше. Оперативник. Это у вас пирожочки, да? Да. А с чем? С капустой, с картошкой. Угощайтесь. Спасибо. Я часто пеку. Вот только есть некому. Соседей угощаю, детишек, но во дворе. Знаете, у вас потрясающе вкусные пирожки. Я с детства таких не ел. Спасибо. Я вот у вас хотел о Дмитрии Кержнере спросить. Быть может, вы знаете что-нибудь интригующее? Знаю. Как не знать? Может, поделитесь? Жена его, Жанка, налево ходит. Да вы что? А он не знал. Поначалу, может, и нет. Добрый вечер, Антонина Павловна. Привет, Дим. Ты что-то сегодня рано с работы. Плохо себя чувствую, не здоровец. Просился.
есть, думаете, любовник? А то кто же? Спасибо вам. Очень вкусные у вас пирожки. Угощайтесь. Первое. Жена Кержнера 2 дня назад хотела отдыхать на Кипр. Раз вовремя, чтобы обеспечить себе алиби. Второе. Соседка утверждает, что у Жанны Кержнер был роман на стороне. Она видела, как какой-то молодой мужчина подвозил ее до подъезда и целовал ее в машине. А вот и мотив. И не единственный. После смерти мужа Жанна Кержнер становится полноправной хозяйкой квартиры, машины и дачи. И 30 тысяч долларов. На эту сумму Дмитрий Кержнер месяц назад застраховал свою жизнь. Одно к одному. Ну что, берем женушку в разработку? Ну, что мне вам сказать. Этого беднягу действительно ударили по голове бутылкой. Варан я нашел микроскопки. Но умер он не от этого, а от удушья. Это точно? Точнее, не бывает. В его дыхательных путях полно сажи. Может быть, вы хотите посмотреть? Нет. Доверяю вашему заключению. Его не пытали? Ну, я точно не знаю. Тело сильно повреждено. Но то, что точно, что его ударили по голове. Но удар, как я уже говорил, был не смертельный. Черепная кость цела, даже не треснула. Все-таки это убийство. Что с отпечатками? Пока ничего, кроме отпечатков самого Кершнера. Мы сейчас восстанавливаем осколки бутылки, возможно, что-то там найдем. Хорошо, сообщите, если найдете. Конечно. Мы займемся связями Кержнера. Андрей Сергеевич, вы знали убитого, я должна была сказать это раньше. В общем, примите мои соболезнования. Вот уж о ком точно не буду грустить, так это о нем. Вы что, с ним когда-то поссорились? Было дело. Кстати, как вам шоколад? Шоколад? Спасибо, но... Да не за что. Я бы все равно столько сам не съел. Больше так, пожалуйста, не делайте. Вам не понравилось? Дело не в этом. У нас с вами не те отношения. Так давайте их сделаем теми. Андрей Сергеевич, вы ироничный человек. Я сейчас без тени иронии говорю. Не надо работать. Конечно. Позвольте. Есть совпадение? Есть. И чей это отпечаток? Ваш. Здравствуй, Алла. Привет, Игорь. Мы вчера с тобой так и не договорили.
Да, я был занят. Ну, мог бы найти минуту и перезвонить мне. Глупый. Неужели ты не понимаешь, что я решила тебя простить? Я поняла, что выгонять тебя из дома было ошибкой. Вот так вот просто? Да. А теперь я просто хочу, чтобы ты вернулся домой. Аллочка, ну так нельзя. Сначала ты меня выгоняешь, теперь вот зовешь домой. Я не кошка и не собака. Я тоже. Ты плохо со мной обошелся, я обиделась. Я была на тебя зла. Но сейчас мы можем начать все заново. Ты согласен? Я говорил с твоим братом. Похоже, он поставил на мне крест. Да, Костя защищает меня. Но я поговорю с ним. Так ты вернешься сегодня? Я не знаю. Мне надо подумать, Алла. Только не затягивай, Игорь. А то ведь я могу и передумать. Послушайте. Макаров оставить отпечаток во время осмотра квартиры? Нет. Во-первых, он все время был в перчатках, а во-вторых, мы нашли его отпечаток на нескольких микроосколках. А бутылка была разбита еще до того, как начался пожар. Кроме того, есть еще кое-что. Мы нашли следы слюны на чайной чашке из квартиры Кержнера. ДНК слюны совпадает с ДНК Андрея Сергеевича. Да. Вляпался наш Макаров по самой неболвой. Слушай, демон. А ты что, считаешь, что Андрей Сергеевич убил этого Кержнера? Почему нет? Да потому что он эксперт-криминалист. И он умеет не только находить следы, но и запутывать их. Он не допустил... Ошибаются все. Даже самые лучшие специалисты. Если ты хороший мент, это еще не значит, что ты хороший преступник. Давайте не будем делать поспешных выводов. Расследование еще не закончено. Где сейчас Макаров? Вы же работали с Кержнером вместе. Постоянно ссорились. Это многие помнят. Кержнер был негодяем. Андрей! Он брал взятки, подтасовывал результаты экспертиз, был готов на любой подлог. Это твои домыслы. Ты ни разу его не поймал за руку. Потому что не дали поймать. Разговор не о нем, а о тебе. Сам-то что думаешь по этому поводу? Меня подставили. Кто? Пока не знаю. Но вариантов немного. Улики сфабриковал спец, и этот спец имел доступ к моим личным вещам. Кто-то из своих? Ну, я надеюсь, Лесю ты не подозреваешь? Пожалуй, нет. Хотя все может быть. Я рад тебе помочь, но у меня связаны руки. Понятно. Значит так, Андрей. На период расследования я отстраняю тебя от работы. Я могу уйти, или вы пришлете за мной конвой? Иди. Только сдай удостоверение и пропуск. Из города никуда не уезжай. Пожалуйста. Надеюсь, ты не сам его убил? Нет. Я только подбросил улики, как вы
говорили. Значит, просто повезло. Если это можно назвать везением. На, держи. Это оставшаяся часть суммы. Передавай привет жене. Позвони мне, когда операция будет позади. Поболтаем по-дружески. Мы с вами не друзья. Мы теперь больше, чем друзья. Чак, Ким. Здрасте. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Что, как продвигается расследование? Удалось ли узнать что-то новое? Андрей Сергеевич, вас же отстранили от расследования. Лучше скажи мне что-нибудь, что я не знаю. Вы же понимаете, что мы с вами обсуждать это не можем. Бельчак? Андрей Сергеевич, это будет должностным нарушением, а я ведь еще даже не в штате. Все. Считай, что уже в штате. С этого момента твой испытательный срок закончился. Правда? Но ведь... О! А вот и наш человек-очки. Андрей Сергеевич. Борис Сергеевич. Вы ведь знаете, что вам нельзя здесь находиться. Да бросьте вы. Я же свой. Извините. Понятно. Значит, я для вас теперь преступник. Да нет, просто следствие еще не закрыто и... А виновный уже есть. Макаров? Андрей Сергеевич? Нет. Я Ким. А Макаров вот. Всего доброго, Андрей Сергеевич. Увидимся после. Не валяйте дурака, Андрей Сергеевич. Майор Маштаков, отдел внутренних расследований. Нам с вами нужно поговорить. Ну, я о чем ты хотел поговорить? После того, как люди Браги на меня прижали, я решил перестраховаться. Не люблю играть без козырей. Ну, ближе, ближе к делу. Здесь все. Пересчитаем. Зачем я вам верю? Надеюсь, моя проблема будет решена. Можете в этом даже не сомневаться. Всего доброго. И вам не хватит. Всего доброго. Второй транш? Сколько здесь? Полулимона евро. Какой-то вид у него был недовольный. Что, если он нас сдаст? Не сдаст. У меня на него кое-что есть, и он об этом знает. Официально эти деньги пойдут на реставрацию Троицкого храма, так сказать, добровольное пожертвование. Бога вы не боитесь, Константин Дмитриевич. Богу до нас нет никакого дела. Ну, что скажете? А я узнал Седова. Это президент компании «Стройгрупп» Якушев. Он собирается строить новый торговый центр на Рижской. Андрей Сергеевич, не стоит так злиться. Я всего лишь служака. Моя задача – выяснить истину. Так выясняйте. Здесь вы что делаете? Я здесь работаю, Андрей Сергеевич. Вы же враждовали с Дмитрием Киржнером в прошлом. Да мы с ним почти дружили. А меня вот здесь вот написано, что вы неоднократно ему угрожали. Милые бронятся, только тешатся. Пока не убьют друг друга. Слушайте, ну я-то его не убивал.
Андрей Сергеевич, на месте преступления были найдены ваши... пальцы, ДНК. Полковник Туманов меня уже отстранил от должности. Все, я сдал удостоверение и пропуск. Сюда забежал просто за курткой и сумкой. Боюсь, что простым отстранением здесь не обойтись. Вы хотите, чтобы я подписал подписку о невыезде? Это вам тоже не поможет. Я обязан заключить вас под стражу. Так давайте по пути в буфет заедем, а то поесть сегодня не успел. В этом нет необходимости. Вас сегодня покормят за казенный счет. Говорят, ты из КЦ? Говорят. А ничего. И здесь жить можно. Главное, не нарываться. Инструкции по выживанию в тюрьме мне не нужны. Стой! Я здесь ненадолго. Все так говорят. Спасибо. А у меня сегодня юбилей. 10 лет в органах. Правда? Ну, почти. Отметим вместе. В спортбаре? Нет. В ресторане. Я заказал столик. Ты поторопился? А если я не соглашусь? Ну, тогда мне придется пригласить другую девушку. Это угроза? Пока предупреждение. Леся, что у нас по отпечаткам? Ничего нового, Борис Евгеньевич. Ну ты тут не задерживайся, у нас полно работы. Хорошо, Борис Евгеньевич. Новый босс. Временно, пока Андрей Сергеевич не вернется. Он не вернется, разве что лет через 10. Слушай, почему ты его так не любишь? Просто пытаюсь быть объективным. Ну, а если бы ты попал в такую ситуацию, как Макар? Я бы никогда не попал в такую ситуацию. Почему? Потому что я не убиваю людей. Мой отец спрашивал о тебе. Придешь ты или нет? Я не знал, что ему ответить. Конечно, приду. Правда? Правда. Лесь, ну ты же понимаешь, что он может тебя не узнать. Дим, я все понимаю. Я сразу из аэропорта вещи забросила к подруге и к вам. Как это произошло? Мы пока не знаем. Пытаемся выяснить. Как вы? Так как. Ужасно. Как еще? У меня мужа убили. От квартиры остались одни головешки. Да, простите. Я задам вам несколько вопросов. Вы не против? Да, пожалуйста. Я ведь для этого приехала. Кто мог желать зла вашему мужу? Я не знаю. Он не был банкиром, бандитом. Простой сотрудник лаборатории. Насколько мне известно, у вас с мужем нет брачного контракта. И завещание он не оставил. Это значит, что все его имущество теперь принадлежит вам. Подождите. Вы думаете, что я убила мужа? Ради двухкомнатной квартиры и подержанной Мазды? 2 месяца назад ваш супруг застраховал свою жизнь на 30 тысяч долларов. Эти 30 тысяч тоже ваши. Дима сам захотел застраховать свою жизнь. Я ведь тут ни при чем. Жанна, вы изменяли мужу? А что это за вопрос?
Ответьте, пожалуйста. Нет, не изменяла. Никогда. Будем считать, что это правда. Мы с вами свяжемся, когда что-нибудь станет известно, а пока не уезжайте из города на тот случай, если нам понадобится с вами снова встретиться. Хорошо. Я буду у подруги. Помнишь меня? Нет. Ты же Макаров. Возможно. Слыхали? Возможно. А я тебя помню. Ты меня в 2007-м упаковал. А значит, тебе понравилось, раз ты снова здесь. Слышь, мусорок, тебе отсюда не выйти. Тебя отсюда вынесут вперед ногами. Ну, что думаете? Она несколько дней провела на Кипре. Это железное алиби. Странно. 3 дня провела на Кипре, а кожа бледная. Нет даже намека на загар. А еще любовник, о котором она не хочет говорить. Хотела бы я заглянуть в ее мобильный телефон. Ну, так загляни. А разрешение? Оснований-то у меня нет. Теряем время. Это ложный след. Кержнера убил Макаров. Это очевидно. Вот эта очевидность мне и не нравится. Я просто пытаюсь быть объективным. Простите, пожалуйста. Я подниму. Ну, смотреть же надо. Извините, еще раз я... Ничего. Есть хорошая новость. Вот. Что это? Телефон Жанны Кержнер. Откуда он у вас? Она его выронила. А мы нашли. Вы что, украли телефон? Почему сразу украли? Позаимствовали. Богдан, не волнуйся. Мы перезвоним, скажем, что телефон нашелся. Вернем. Вы не хотите посмотреть, что я нашел? Показывай. Вот, смотрите. Это ее переписка. Целый любовный роман в смс-ках. И она их не удалила? Ну, конечно, удалила. И для меня это не проблема. Вся эта переписка с одним адресатом. Как видите, люблю, целую, скучаю. Мелодрама. Можно мыльную оперу снять. Но самое интересное, я выделил маркер. Вот здесь. Прочтите. Ненавижу его, пора от него избавиться. Хочу, чтобы ты сделал это поскорее. Ты адресат-то выяснил? Да. Некий Алексей Игоревич Кивалов. Работает менеджером в книготорговой фирме. Жанна Кержнер завела себе любовника. Через некоторое время подумала, что хорошо было бы избавиться от мужа и получить страховку. Ее новый возлюбленный согласился привести план в действие. Он пришел к Кержнеру с бутылкой коньяка, ну, якобы поговорить по душам. Выждал момент, оглушил Кержнера и поджег квартиру.
Я спорить готов, что квартира тоже была застрахована, причем на кругленькую сумму. Найди Кивалова. Сделай. Да, Стас? Андрей Сергеевич в СИЗО. Знаю, мне звонили. Вы можете его вытащить? Им занимается отдел внутреннего расследования. Вы верите, что это он? Нет. Что мы можем сделать? Найти настоящего убийцу. Без Андрея Сергеевича это будет нелегко. Мы постараемся. Я не понимаю, а за что меня арестовали? Я же не бандит. Я не проворовавшийся бизнесмен, я просто менеджер. Вас не арестовали. Тогда что я здесь делаю? Отвечайте на мои вопросы. Вы знакомы с Жанной Кершнер? Ну, допустим. В каких вы отношениях? Вы близки? О чем вы? Какие отношения? Сформулирую вопрос точнее. Вы вступали в интимную связь с Жанной Кершнер? Нет. Нет, с чего вы взяли? Из вашей СМС-переписки. Повторяю вопрос. Вы любовники Жанны Кершнер? Да. Но мужа ее я не убивал. Мы просто фантазировали на эту тему. Где вы были сегодня с 23 часов до часа ночи следующего дня? Спал. Кто это может подтвердить? Я спал один. Значит, никто. Я был с Жанной. С Жанной Кершнер. Она только сегодня прилетела с Кипра. Да не была она ни на каком Кипре. Она 3 дня жила у меня. Мы любим друг друга. Любим. Поэтому последнюю ночь она была со мной. Так у меня алиби. Рано радуетесь. Ночь с женой убитого – так себе алиби. Надо было сразу проверить, уехала она из страны или нет. Чувствую себя идиоткой. И ты одна. Макаров бы такую деталь не пропустил. Макаров убийца, Богдан. Расследование еще не закончено. Ты что? Что, вы правда считаете, что он не виновен? Он наш коллега. И пока расследование не закончено, для меня он останется коллегой. Если бы не этот коллега, Кершнер был бы жив. Ну, где твоя объективность? А твоя где? Нужно проверить алиби Кивалова. Есть. Игорь. Здравствуй. Привет. А что ты тут делаешь? Я ненадолго. Ну, что ты решил? По поводу. Это не смешно. Я разрешила тебе вернуться домой. Ты взял паузу, решил подумать. Ну вот, я и заехала узнать, что ты надумал. Я не вернусь. Не поняла. Ты спросила, что я решил. Я решил послать тебя к черту и твоего мерзавца брата. Ты не смеешь так говорить со мной. А что ты сделаешь? Подашь еще раз на развод? Аллочка, давай, едь домой. Прими успокоительное. А завтра с утра сходи к психотерапевту. Это единственное, чем я могу тебе помочь. Прости, мне надо работать. Ну ты и дрянь. Что случилось? Богдаш, это, конечно, только слухи, но… Так, ну рассказывай.
Дело в том, что мы с женой твоего Карпенко, Аллой, ходим к одной маникюрше. И? И она сказала, что... что это не Карпенко ушел от жены, а что это Алла выгнала Карпенко. Собрала ему чемоданы и указала на дверь. Я не хочу тебя расстраивать. Ну, что будем делать? Не знаю. Богдаша, ты знаешь, что ты только не пари горячку. А может, это Алла все наврала? Ну, смотри, она рассталась с мужем. Она его ненавидит, чувствует себя обиженной. Вот и могла перевернуть ситуацию в свою пользу. Я не знаю. Ну, не накручивай себя. В конце концов, он же не замуж тебя зовет. Поживи с ним пару месяцев, присмотрись. Ну, а там будет видно. Поздно мне присматриваться, Верь. Я пойду. Погоди, ну побудь со мной. Сейчас я тебе проткну яремную вену. Через 7 минут ты умрешь. Даже до больницы довести не успею. Не промахнешься. Я 20 лет в криминалистике с трупами работаю. Как ты думаешь, я сейчас промахнусь или нет? Решай сам. Отойдите. Ну. И что дальше? Тебе конец, мусор. Макаров, с вещами на выход! Сегодня тебе повезло. Сейчас увидимся. Спасибо, что взял меня залог. Не мог остаться равнодушно. Просьба друга. Как тебя так угораздило-то, а? Слушай, давай по дороге расскажу. Не хочется здесь задерживаться. И кофе выпьем. Да. Слушай, я плохо знал этого Кершнера. Скажи, чем я могу тебе помочь? Да ничем, старик. Ты же частный эксперт. Тебя к материалам дела не подпустит. Но за предложение спасибо. Два эспрессо, пожалуйста. Кто же мог тебя так подставить, а? М? Да кто-то из своих. Ну, а кому из своих ты мог так насолить? Возможно, что-то личное. Но не обида. Личное, но не обида. Это как? Надо разбираться. Слушай, а... ты знаешь что-нибудь о личной жизни этого... как ты сказал его фамилию? Ройзман. 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 У него есть жена, кажется, болеет. Ага. Детей нет, это все. Ага. Спасибо. Не густо. Не густо. Слушай, ну, не интересуешься ты жизнью своих подчиненных? Андрей. Они мне не друзья и не родственники. И лично у нас тут работают. Извини. Ну да. Да. Андрей Сергеевич, это Смирницкий. Я тут закончил осмотр тела Кержнера. Кое-что обнаружил. Я позвонил Ройзману, но его моя находка не заинтересовала. Что за находка? На деснах. И внутренней поверхности нижней губы нашего погорельца я обнаружил частички стали. Марки же... 5513, а также частички титана и никеля. Это точно? Точнёхонько. Хорошо, что позвонили. Да не за что. Андрей Сергеевич, вообще-то я не надеялся вас услышать. Тут прошли слухи, что вы... в следственном изоляторе? Да, я там был. Жуткие сквозняки, я решил не задерживаться. Очень разумное решение, Андрей Сергеевич. Ну, всего доброго. Счастливо. Что-нибудь случилось?
Смирницкий нашел на губе Кержнера сталь, никель и титан. Спасибо. Зубные брекеты. Это был поцелуй смерти.